Возможно. Но вот мы видим Джаггернаута, герой ближнего боя с хорошим ультимейтом. Но ему, в принципе, много итемов не надо. Купил там манту, купил диффуза, либо же сейчас молнии покупает, доминатор, и пошел разваливать. Джаггернаут — это вот старая, скажем так, пословица, образно говоря, про него, как маленький ребенок. Ему можно собрать любые красивые игрушки в зависимости от ваших предпочтений, от вашей стратегии, от противника. То есть он слишком вариативен и может подстроиться под любую ситуацию, если у него есть достаточное количество золота на руках. Так, но пока что... Хотел сказать, что, возможно, сейчас появится Луна. Все-таки Луна часто выбираемый персонаж. Но пока что мы видим Кентавра. Опять же, Селедка здесь будет в качестве четвертой позиции использоваться. Кстати, Кентавр пока у нас, я думаю, будет вообще лидирующим пиком на данном турнире, по крайней мере, в части плей-офф. Потому что он три раза уже из четырех игр, по сути, появился. Ну, в принципе, да. Правда, винрейт у него пока 0% в плей-оффе, но это уже совсем другая история. Ну, это не важно, да. Главное, что он часто забирается. Ну и в целом, опять же, очень вариативный герой, который очень хорошо бустит свою команду. Великолепный подсейв будет выдавать, если что-то пойдет не так. А мы видели, что ребята играют агрессивно с первых же минут. Они безостановочно проводят файты по всей карте с харасами, с перетяжкой суппортов. И думаю, что здесь, учитывая героев, которых мы уже видим, будет повторяться то же самое. Ну, у нас тут Огрмаг появился. Герой, который также рассчитан на нон-стоп файты, просто кидаешь игнайт, бегаешь, бьешь с руки, много хп, много брони, хороший хп реген, и просто нон-стоп можешь файтиться. С Огром, конечно, вообще всегда приятно быть в команде, он товарищ, который будет полезен на любых стадиях. Ну да, ну, четвертый герой для команды Clutch Gamers. Герой в мид, инвокер у нас присутствует, и есть еще алхимик, который также может появиться. Ну вот инвокер хорошо бы смотрелся в предыдущем, опять же, пике под того же самого Окса. Но здесь под Слардара, под Кентавра, разве что под колбу Кристал Мейден будет это все смотреться неплохо. Ну, Деваур, кстати, давно я не видел этого персонажа. Может быть, сейчас стоит забанить некого Никс-Ассасина? Вполне вариативный, соответственно, бан от команды в ГЮНТе. Но тут, опять же, проблема в том, что ОД, он очень зависит от комфортного early game для себя. Если у него будет хороший фарм, тогда он будет разваливать. Если же у нас сложится ситуация, как и на первой карте, когда очень хорошее начало взяли себе в ГЮНТе, и Эмбер страдал там первые 5-7 минут, если ОД будет также страдать, у нас будет повторение, вот просто дежавю. Он также ничего не будет иметь и на 15-й минуте, если он не будет доминировать. Ну, слишком зависим он от того, чтобы ему обеспечили хороший старт его суппорта. Ну, это да. Все-таки ОД, он не может быстро фармить. А зачастую на нем любят покупать мидас. Если этот мидас будет поздний, то вряд ли этот ОД будет иметь много итемов. Вот инвокера, кстати, сами еще не забанили. Но понятное дело, что сейчас он уже... Воу! Вика! Вика. Я думаю, если в Race King победит, мы попросим нашего оператора поставить нашего гимн. Режиссера. Режиссера гимн поставить в Race King. Но надо ему победить. Теперь, по крайней мере, есть 100% стимул у Clutch Gamers для того, чтобы победить, чтобы послушать гимн Race King. Интересный, опять же, пик от команды Clutch Gamers. Честно сказать, вот мы говорим, что редко видим Пака, что редко мы видим, не знаю, там ту же самую Crystal Maiden, но вот Race King он прям выбивает вообще из ожиданий каких-либо. Магнус у нас появился, ответочка от VG Unity. Ну, давно я не видел также Магнуса, но в сочетании с Джаггернаутом это очень сильная комбинация. Буквально двоих хватаешь в ультимейт, даешь баф Джаггернауту, даешь баф от Огромага, и они очень хорошо сочетаются, и он просто за секунду может всех разрубить. Я все равно не понимаю связки Clutch Gamers какого-то расчета на файт. Crystal Maiden зачем? Сугубо ну, под хорошее заведение, какого? Стан плюс масса ультимейт. Но что при этом еще? Мы можем найти любого другого, соответственно, суппорта, который имеет тот же самый там, замедление стана и при этом какой-нибудь хороший ультимейт. Взять того же самого Леона ультимативного во всех случаях. Видишь, можно отправиться в лес на цемочки. И вкачать 8% защиты от магии. Да, или 10 там даже.
Там, по-моему, 8 идет у нее. Ну, и... Я не знаю, почему берут сопротивление к магии, когда 60 дэмэджа, это дабл дэмэдж для ЦМ-ки, и ты просто такие куски начинаешь отрывать. Ну что ж, напоминаем, счет 0-1 в пользу команды VG Unity, и сейчас Clutch Gamers, они в догоняющих, и с них, по всей видимости, мы и начнем. Fly Souls играет у нас непосредственно на Слардаре, Армал садится на ОД, Хана в этот раз на Кентавре, Амбинг садится на Врэткинга, и Мубакс играет на Crystal Maiden. Ну и их оппоненты VG Unity, победители первой карты, Ахфу, Огрмаг, Ахджит на Джиггернауте, Нана садится на Магнусом, Бен на Короле Песков и Икс снова опять же Рубик. Это знаешь, ты так сказал, победители первой карты, я думал, там продолжатся регалии, там участники бостонского мажора. Победители первой карты, пара-пара-пам. Ну, хватит с них. Пока еще новый сезон, нужно все зарабатывать с нуля. Так или иначе, Юнити действительно показали хорошее исполнение на первой карте, если бы вот не расслабленная игра, скорее всего, по айтем-билду все-таки. Ну да, Shadowfiend, мне кажется, в какой-то момент думал, что игра закончена, и когда увидел, что большие проблемы, купил БКБ и победил. Если бы он купил БКБ каким-нибудь третьим айтемом, там все было бы в разы быстрее и проще для них. Assassin's Creed у нас такой тут. Отличный сет, вообще мне прям очень сильно нравится. Ну, вот опять же, они выпускают этот сет в тот момент, когда шло голосование как раз-таки за Аркану, я помню. И они выпускают вот этот сет. Ну серьезно, Valve, ну вот ну что вы делаете? Ну почему не Висп? Вот, я буду продолжать. Только вроде отпустила, но ты напомнил. Куда ВК смотрит? Можно нам камеру вверх поднять, куда он там смотрит? На листочке смотрит ВК, да? о чем ты? Видишь, здесь деревья большие. Он понимает, что его вполне возможно впервые вообще пикнули с тех пор, как деревья выросли. Он смотрит и не понимает, что происходит. Он, потому что единственный, кто куда-то вверх... А, ну это с этим вообще... Этот... Про него вообще не стоит говорить. Лицо, наделенное интеллектом? Зато наделенное надеждой в глазах на что-то лучшее. Прям смотри, он смотрит в будущее. Позабавимся! Позабавимся! Но... До этого еще. Опа. Жить, жить, терпеть и терпеть. Такой шут. Это я сейчас про Рубик. Да я понял, что ты завуалировал все это. Обыграл. Какой страшный король песков. В целом, если нам, опять же, вдаваться в какой-то early game и подумать над тем, кто здесь будет брать агрессию в свои руки, в первую очередь, наверное, все-таки VG Unity за счет Рубика должны и Огромага выходить и пытаться кого-либо убивать. У команды Clutch Gamers таких предпосылок слишком мало. Ну почему? Crystal Maiden плюс Селедочка-то могут вполне подойти и кого-нибудь... подстанить, замедлить и убить. Но опять же, у противника есть, ну вот, контринициация на все это. На кого они будут выходить? На Санкинга это действительно вариант. Выйдите вы на Джиггернаута бесполезно. На Магнуса можно. На Магнуса, ну, там скьюр, он просто будет уходить под Т1. Все зависит от того, насколько агрессивно Магнус будет играть сам на своей линии. Если он будет заходить на вражескую территорию, то действительно это... вариант того, чтобы сделать фраг, нежели он играет на своей половине карты и не подставляется. Там просто некуда вам идти и без шансов кого-либо убить. Смотри, у Clutch Gamers там статуи стоят такие различные, красивые, а у VG Unity кубки, просто кубки победы. Ну, обузят себе компендиум, выбивают себе новые, соответственно, сетики, рулеточку крутят. Просто какая же красивая дота, честное слово, каждый раз поражаюсь. Мне больше интересно, что там делает курьер. Почему он там вообще находится? Это совсем другая история. Он просто вез закупы для своего тиммейта. Бедный баран. Ты посмотри, сколько на нем всего. Нагрузили. Как он вообще это все несет? У него видно недовольное лицо чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть, да. Опять пикнули меня. Так вроде он пустой. Почему на нем сундук какой-то лежит? Это тот самый реализм, про который некоторые говорят, что если человек покупает себе какой-нибудь башер, он должен в руках отображаться у персонажа. Представь, там ты купил и какой-нибудь Abyssal Blade, и бабочку, у тебя еще и кристаллис, ты бегаешь, у тебя три меча, ты всюду, откуда только можно, торчат. Ну что ж, мы всю эту вакханалию прервем все-таки игрой, которая начнется, пауза у нас заканчивается. Я надеюсь, что таких технических неполадок у команд будет все меньше и меньше. Вчера у нас также было несколько пауз довольно продолжительных. Но что поделать, это Азия, и тут не всегда хоть все стабильно. Игра начинается без паузы. Ты помнишь такое? Я слышал легенды. Бывает, да, такое? Да. Но мне кажется, это уже неправда. Да.
И в них все равно никто не поверит. Преимущество стартового разделили без каких-либо файтов. В этот раз мы не видим выходов агрессивных на вражеские территории. И ребята решили поиграть такой спокойный фарм. ФБ будет сделано уже на линиях при поддержке, я думаю, все-таки суппортов. Соло здесь вряд ли кто сможет сделать фраг. Все-таки ребята играют более или менее на равных. И тем более сейчас раскликались. И Clutch Gamers должны очень ответственно подходить к этому файту. Ну, я думаю, если будет какой-то сделан ФБ, то, скорее всего, на Кентавре, все-таки он стоит 1-3. Ну и давайте сразу посмотрим личную статистику Мирев непосредственно. Вновь мы видим, что вроде бы статистика чуть лучше у нас идет у Армала на ОД, но матчей сыграно куда меньше, нежели у Наны на Магнусе. Я так понимаю, это именно статистика ОД и Магнус. Да, конечно, это личная статистика исполнения на данных героях. И ФБ сделали на Кентавре. Кто был прав? Мне кажется, у кого-то там связь с Вангой или с кем-то еще. Слишком много предсказаний сбывается от фантов в последнее время. Ну, три героя плюс Блейд Фури. Это много дэмэджа, а ты Кентавр. И ничего он сделать с этим, естественно, не может. Да, так и есть, но в то время Король Песков стоит, прошу прощения, стоит просто на XP, получает, ну как, по максимуму пытается, по крайней мере, получать, но его, конечно же, зонит. И вполне возможно, Кентавру нужна какая-либо поддержка, либо же самому играть чуть более сейвово, уходить там в свои леса, возможно, забирать какие-то стаки. Хотя, как мы говорили вчера, стаки сейчас вообще не популярны в нынешнем патче, что очень-очень лично меня печалит. Вроде бы более ценные крипы, и о них никто не заботится. Ну, может быть, просто думают, что крипов на карте стало больше. За счет этого ты можешь фармить сразу же больше, но да, стаки бы. Ну, если у вас есть такие герои, как тот же самый Магнус, у вас есть Сен Кинг, у вас есть там, ну не знаю, кто-нибудь со сплэшом лишним, почему бы не сделать стаки? Они заберут, ну, куда быстрее эту самую пачку, если там будет чуть больше крипов. Я сейчас обратил внимание то, что Смоук купил в Рейс Кинг. Не знаю, насколько это было. А правда, да. Ну, может быть, мискликнул. Потому что мог продать сразу же. Но вряд ли сейчас ВК пойдет куда-то в смоках нападать. Да нет, ВК должен просто стоять и спокойно фармить, при том, что Сан Кинг ему как таковому помешает особо набирать крипов не в состоянии. Да, он может его пробить, но Кинг моментально себе восстановит все здоровье, потом у него еще 8 тангусов, у него и манга, он вот прям обеспечил себя на 100% хорошим стартом. За его идел стан, без каких-либо проблем бен, и Абинг просто должен дальше бить крипов. Просто отличное понимание героя, просто молодец. Понимает, что инвиз может помочь тебе. И вот так вот показал, что готов защищаться от любого нападения. Ред Кинга он не боится, действительно, так же. Он просто там, дождется, если что, качает Северу Страйк и будет уходить после этого инвиза в любые ближайшие леса. Да, и в миде у нас ситуация такова, что очень ровный Магнус и ОД. Правда, ОД начинает накалять его. Арбом бьет и бьет, уже 6 интеллекта сорвал. Но при этом нужно понимать, что все-таки для... Уходит с лордары не тайминговый стан. Я просто слышу вот этот, эту ладошку от фантом. Причем, если бы он дал стан, скорее всего, был бы фраг от ОД. Ну, он дал стан, просто не по таймингам. Ну да, да. В том-то и дело. С лордары еще такой смотрит, говорит, стан был, был, все, какие-то тайминги. Стан по страу тяжело почитать. То есть 4 секунды, это не какое-то там, знаешь... Классический дизейбл в 2 секунды, здесь ты должен уже знать, когда был удар, и отчитывать. Ну и при этом, все-таки на скюре Магнусу здесь было довольно просто уходить, ему не нужно было там что-то жестко прокликивать. Да и в целом, попытались, не получилось, ничего страшного, попробуют еще раз. Хотя, безусловно, сделать прямо сейчас там фраг, тем более, если бы он достался ОД, это был бы огромнейший плюс для мидера. Отметить стоит одно. Сейчас куда приятнее начало этой игры для Clutch Gamers, нежели предыдущая карта. Ну, не знаю. Все-таки по крипам, если мы посмотрим, Кентавр... Ну, они хотя бы ФБ не отдали. Нужно понимать, что сейчас вы в миде стоите против Магнуса. Не мидеры. Ладно. Я пытаюсь защищать новичков. Но, если бы даже они отдали
Магнусу и ФБ это не особо разрешало. Ну, смотрите, так, сейчас пытаются Бену вроде бы прибить, далеко но... Заходит. Очень далеко заходит. Колба есть, правда, за эту колбу придется поплатиться еще Мумбуксу, и это будет два фрага, возможно, еще и Тинга здесь зажмут, хотя он слишком плотный. Он должен уходить, он какой-нибудь танго уже скушал, если что, будет продолжать отъедаться. Ну и Огрова просто не отпустит, будет идти и разминать до конца. Но не стоит идти до конца, все-таки там стики сейчас на развороте можно давать стан. Кристаллочка уже прилетела, и будет также у нас колба. Колба залетела в Рубика. Ну и сейчас ты смотри, что делают. Абинга гонят по Т1, и Огр не боится, у него слишком много брони, у него получается убить... Вайткинга, и Бумбекс дал... также погибнет здесь. Бумбекс дал контроль на Рубика, а не на Огромага. Я пошел менять, по-моему, майку Clutch Gamers на VG Unity на кого-нибудь другого, но что-то тут совсем все печально было. Далеко зашли Clutch Gamers и просто ТПшки. Просто да, когда увидели телепорты, они должны были уже отступать. А уже как бы заманили. Уже заманили. Ты смотри, в Race King 800 хп было. 800 хп, и его добили. Гнали с Т1 по Т1. Да бежит с тобой Гармак, у него Орб в Веном, и ты ничего сделать-то не можешь. Ты просто не успеваешь от него уйти. А мы говорили еще там на стадии драфта, да, по-моему, но в каждой игре. Я же игре. Кэрри, говорит Race King, почему меня Гармак бьет? Ну, вы говорили уже неоднократно, по-моему, в каждой игре, где появляется Огармаг, что это прекраснейший суппорт вот для early гейма. Он и в лейте может помогать, но early стадии он невероятно силен за счет статов, огромного количества здоровья, брони, он может бодаться с любым героем. Вот и Нопит начинается, правда, но теперь уже... ошибка от ВГ, они далеко заходят, 2-1 форта, Тавра, Цемочки, здесь погибнет, скорее всего, Огармаг, и Бена также могут не отпустить. Бен поймал стан, но флайстоу, дай стан уже. Попадает станом в этот раз, правда, у нас Бен еще и в инвизе находился, пытается набор страйки уйти, и неужто у него это получится? Нет, есть стан Трайт Кинга, и должна быть колба также от Кристал Мейден, станчиком замахивается Хана, и Хана должен давать стан, продолжение, но огрызнулись хоть как-то, но... Вот тут, понимаешь, получается, что сначала допускают ошибку Clutch Gamers, а потом допускают ошибку VG Unity. В какой-то момент просто это вот промежуток времени будет слишком длительный. VG Unity не успеет допустить ошибку, чтобы Clutch Gamers вернулись в игру. Пока, безусловно, они пытаются держаться на уровне. Правда, вот мы видим, что уже МВК отстает в два раза от своего оппонента с топ-линии. У Джиггернаута 50 крипов, а у Короля всего лишь 23. В миде у нас попытка продамажить, вот и вряд ли они смогут убить. Я хотел бы отметить раскачку Магнуса, который просто шоквейв взял в двойку на 7 уровне, и у него уже замакшены импауэр. Ну это огромнейший буст для своей команды, безусловно. Он просто тонны дэмэджа дает. Да, очень хороший, конечно, такой выбор. Тем более, когда ты играешь с Джиггернаутом, ему импауэр накинул, Бладласт накинул, и он пошел разваливать. И вновь у нас Clutch Gamers играют, скажем так, с позиции принимающего на своей половине поля противника. Потому что все хорошо у Unity, у них сейчас и по нетворсам будет, естественно, преимуществом. Да и, думаю, по графикам также они должны вести там как какое-то, пусть и несущественное, но приятное количество золота для себя. Но судя по деньгам, мне кажется, там, да, 3000 должно быть. Все-таки. Это при том, что это 8-я минута, не стоит забывать. Да, на 8-й, ну, знаешь, все равно все поменяется, как бы. Т1 забрали, это уже плюс 1000. Как бы один раз сейчас погибнешь, ты можешь... Ну все вот преимущество отдать. В том-то и дело, что Т1 пока забрали, опять же, VG-юнити на топе. А вот у команды Clutch Gamers пока нет предпосылок к тому, что они будут что-либо запушивать. ВК пока слабоват, он еще и там до армлета доберется, дай бог, через 3-4 минуты. В идеале ВК должен уходить с линии, когда он получил 12-й. То есть когда ультимейт в двойку вкачанный. Ахджит у нас тут вроде бы пытался разрубить кентавра в соло, у него это не получилось, но под хинвардом он должен пытаться отсюда уйти. Сломали хинварда, возможно, стоит поймать сейчас джиггернаута ультим. Неинтересно. Читер улетел. Никак не остановить, ничего не сделать. На боте начинается файт, тут проблема у нас у Crystal Maiden, и Бумбакс успевает в этот колбу, но это все, что успевает сделать. А вот Ахджит, которого пытались убить, он, оказывается, они летел не на базу, сейчас пытаются убить ЧВК. Конечно же, первую жизнь ему выбьют. А смогут ли второй раз? А сейф ТП, есть, а кто-нибудь, а пожалуйста, команда, сыграем вот, на вот нашего кора. Вот он, сейф ТП, в виде стампиды кентавра. Ну, тут смотри, приходит еще вроде бы у нас им флай соло, но продолжение файта не планируется. Хотя со спринтом стоило заходить, наверное, в спину. Если бы был хороший стан по трем противникам, можно было бы и Абингу сказать, подойди, ударь пару раз. У тебя тоже стан есть, однако. Ну, боялись, видимо, что... Погибнет ВК, пока добежит. Там будет фури был прожат, а мало ли, он не скажешь бы еще его нажат.
Но при этом стараются играть Clutch Gamers сейчас больше в фар. То есть мы не видим той прям сумасшедшей агрессии, которую наблюдали на первой карте от них. Но видишь, у ВК выбили первую жизнь, которая кдшится 240 секунд. Это 3 минуты, даже 4. Это очень много. Ну, ему желательно в это время хотя бы получить там, приблизиться к этому самому 12-му левелу максимально, чтобы в следующий раз уже КД было там, куда меньше. И опять мы увидим по нетросам, что Магнус на первом месте, и далее идет Джиггернаут, и только-только там где-то ОД, ну а Кэрри Клатч Геймер страдает. Ну, давайте будем объективными. В тот раз у нас Эмбер Спирит отставал чуть ли не на, в два раза от своего он противника. Он в два раза отставал. 3000 было у него, в то время как у СФа было 6. Тут ОД держится на уровне с Магнусом. Вот Райт Кинг, да, это проблема. Там 1500 разницы с Джиггернаутом. Ну и тот самый момент, когда, скорее всего, Джиггернаут будет выходить через Манту плюс Диффуза. Все-таки вряд ли, конечно, он сможет выжечь всю ману, но в какой-то момент, возможно, будет такая ситуация, что ВК нажмет стан, и Джиггернаут даст пару ударов и выбьет с него единственный ману на ультимейт. Ах, фу, хотели тут поймать, вроде подходит, но также и товарищ Лумбокс, но продолжение через колбу не планируется, по всей видимости. При этом Кристалка, конечно же, у нас выходит в максимальное улучшение своей ауры. Ну, надо брать, конечно, ауру. Она самой цемочке дает x2 регена. Но при этом нужно понимать, что здесь и очень благодарен будет за эту ауру как раз-таки Райт Кинг, и Абинг чуть спокойнее себя чувствует в плане своего ультимейта. Он как раз-таки может станами раскидываться. Тут такой сейчас обмен любезностями. ВК дает свой свой стан. Вахжита, Угромаг подходит. Чего, моего брата обижаешь? Дает фаербласт в ответку. Там нужно было, чтобы еще Кристал Мейден подошла и тоже дала стан. Там Сэн Кинг, расступитесь, ребята, сейчас я всех подкопаю. На боте у нас все-таки будет драка. Уж больно Гаюнити здесь себя комфортно сейчас чувствует. Как дома Ахджит заэвэдил очередной раз стан противника. И здесь же остановили Славдара. Но Флай Соло идет за Ахфу. Есть у него, конечно же, хэш, но выдавать его не решился. Ну и Магнус с нас выфармливает леса 5900. Откуда у него столько денег? У него почти у него уже готова сабля. Ну он фармит постоянно в лесах, и у него все хорошо. Правда, он отпустил немножечко ОД. Ну вот активирует инвиз, и сейчас будет сюрприз для команды Clutch Gamers. Ну, кто-то может стрелять. ОД только сейчас начинает там подходить на линию, поэтому сомневаюсь, что его получится убить. На боте очень уж хорошо все у Джиггернаута. У него совсем скоро будет. Ну, не совсем скоро, но манта у него в ближайшие там минут 3-4, 5 должна появляться. Если только он сейчас не погибнет. Цабля прилетела к Магнусу. Ну и опять Джиггернаута разбили на Blade Fury. И вот сейчас можно будет нападать. Они очень и очень боятся. Разбили Гвард сейчас. Подцепили Слардара. На Сенкинес Рубика. Тут же есть Сенкинг неплохо. И моментально Слардар пытается убить. Успевает выдать стан на спринте. Он должен отсюда уходить. Тут же полетел Новый Год от Кристал Мейден. Убивает Сенкинга, пришедшего сюда. Ну а как подцепить хотя бы Ахфу? Много ресурсов было потрачено. Астрал. Астрал. Ну выдать Астрал. Ну нужно выдать Астрал. В Огромага. Огромаг должен здесь погибнуть. Его просто будут продолжать по станам, по контролю. Там есть и колба, есть и от ВК стан. Ну а тем временем Магнус у нас выбил жизнь из Кентавра, судя по всему, через РП. Ну, в целом, все равно размен-то получился в плюс небольшой для команды Clutch Gamers. Но... Ну как небольшой, я думаю, там все-таки хорошее преимущество. Выбили двух. Ну, они выбили суппорта и оффлейнера, по сути. Сами потеряли также оффлейнера. Преимущество, ну, в суппорте, если мы не учитываем преимущество по нетворсам со стороны команды Unity. Ну и ВК в этот момент начинает фармить на блоке. В рейскингу бы тоже какой-нибудь мидасик купить, все-таки ему нужна экспа, ему очень нужен сильный уровень. В идеале 18-й. В идеале прямо сейчас, да. Скажем так, но это все из заоблачных мечтаний. Пока же на боте отдают вышку, потому что лететь сюда сейвить не собираются, по всей видимости, Clutch Gamers, а вот Ахджит спокойно райт-кликом затыкает без поддержки суппортов. Кстати, а там поймали Магнуса в мидлинии у нас... Ну как поймали, он просто говорит, я уезжаю от вас, нападение на Кристал Мейден. Вот Магнуса не убили, а Цемочку потеряли. Ну, у Цемки нет. Цемочка слишком долго здесь находилась и фармила, видишь, что сносит Т1. Еще когда оставалось у вышки там КП 150, нужно было бежать, сверкая пятками, имея не самый хороший успит в сторону своей базы, в сторону своих тиммейтов. Ну что ж ты остаешься-то в соло, что ты будешь делать, когда тебе придут и постучат? Эйминг у нас 10-й, собирать поэт. Блинк у него имеет уже армлет.
Конечно, убивать его трудно будет, но, в принципе, возможно. Жизнь появилась. Сейчас ему срочно надо где-то получать 12-й. Ну, в таком айтем голде места для Миндеса у него уже не найдется. Слишком он поздний будет и слишком долго будет окупаться. К тому моменту он уже сам будет приближаться непосредственно по 17 уровню. Кстати, у нас Fly Solo подставился, Бен его подкопал, не успевает Слардар выдать тайминг стан. А вот стан поймал Джиггернаут, и будет продолжение, успеет ли его убить. Вот в чем вопрос, успевает убить Джиггернаут, и можно продолжать хорошую драку для себя. Акпу убегает, здесь же Сенкинг вроде бы дал свой ультимейт, подходит ОД. Если же спалярити от Магнуса убьют, сейчас вполне возможно и мидера команды Watch Gamers, но пока все живут. Отличный стан выдал их снова просто по троим, но здесь на развороте Clutch Gamers убивает одного, второго, третьего. Дальше гонится за X-новой, отпускает тем временем Огромага. И X-нова пытается поражать тэп-аут, и Fly Solo нет маны на стан и спасается. Рубик здесь просто ушел вот на последнем моменте. С блинком, конечно, на таких минутах Рубик это просто... с ровным станом залетел и дал стан по троим, но это не Рубик, к Рубику вообще никаких претензий нет такого. Претензий к Джиггернауту. Да. Он зашел в лес, зачем-то зашел в лес. Ну, понятно, что он хотел ультимейтом накрыть селедочку, но не получилось. Нужно понимать, он заходил в лес, где был на противника Вижн, там уже находился Сенкинг. Он знал, что там находятся люди, которые могут дать тебе стан по голове. Ну, заходи ты тогда под Блэдфьюри, и все будет у тебя хорошо. Ну, да, надо было через Блэдфьюри, либо же... как-то по-другому отыграть. Скорее всего, надо было отступать. Не стоит заходить в леса вот так вот без вижена. Ну, под Т2, тем более, на 15 минуте. В любом случае, 8-9, Clutch Gamers вновь начинают какой-то свой путь к камбэку минимальному, хотя бы для себя. Так и есть, так и есть все-таки. По графикам, по деньгам уже ВК начинает догонять Джиггернаута, по графикам. Ну, вот я думаю, графики, они прям вот наглядно все показывают. То есть там преимущество, это минимальное по золоту, которое осталось у Юнити, это отставание Red King на 1000. Это зеркальная игра первой игры. Точно такая же ситуация была в ВГ Юнити. Начало выиграли, потом в какой-то момент закинули, и пошла более-менее ровная карта. Так, нам нужно решить, кто должен собрать БКБ, чтобы закончить эту игру. Ну, здесь, наверное, БКБ уже от Магнуса мы ожидаем. После... еще одного артефакта, скорее всего, Shadowblade будет. Опять нано. Да? Да. Ну, значит, нас ждет игра 50 минут. Что можно тут еще сказать? Блинк появился у ВК, и сейчас можно чуть наглее себя вести. А там блинк еще и у Кентавра, и у Селедки. Блинк сейчас появится секунды на секунду. И инициация от команды Clutch Gamers будет просто великолепна. С учетом того, что Форстаф и Кайда Пика вполне вероятно появятся у ОДМ, там только Кристал Мейден будет бежать со своим минимальным успидом и кричать «Подождите меня!». И сейчас молок атака будет от Clutch Gamers. А вот они покажут свои блинки, сколько минусов они смогут сделать. Главное выбрать правильную цель. Но они будут заходить Огромага. На ХГ. Они видят Огромага на топе. Пошла стампида, тут же Ахфу на развороте дает стан. Попытка убить Кентара, но это слишком жирная единица. В этот момент погибает Ахфу, Джиггернаут. Очень долго он погибал, кстати. Да, здесь, конечно, Огромаг очень долго погибал. Но еще имеется ультимейт у Магнуса. Раненый ВК, но у него есть вторая жизнь, нет стампиды. Ну и ждем. Магнус, давай, пошел. Они будут райт-кликом сносить вышку. Они понимают, что это за Сенкинг. Сенкинг трясет хвостом, будет прыгать у нас вперед, но не очень удачно он прыгает. Магнус, давай РПшечку в троих. Есть РПшечка, просто по троим туда же. Сайнти и Квист на развороте дают. У нас ОД, минус 2 в исполнении команды ВГ Юнити. А вот что делать дальше, потому что ультимейт это потрачено уже. А дальше погибать просто. Коры остались живы, вот что самое важное. Да, Кентавр погиб, но он со своей миссией справился. Он дал инициацию, когда они убивали Огра Мага, стампида была прожата. То есть ему жить особо-то было незачем больше. Только станы выдавать, да. Там собирать опыт. Ну и сейчас вот Clutch Gamers, такое чувство, как будто они на коне. С конем и на коне. Безусловно, рано говорить о каких-либо победах. Мы подобные уже видели, и пока трон не пойдет ни у ВГ Юнити, в победу Clutch Gamers я лично не поверю. Эти ребята могут закинуть там, да, в очередной, да, да, раз трон нано стоит, подставить. Игра идет, тут по-другому не скажешь. Нано вновь подставится где-нибудь по-простому так, и после этого все пойдет наперекосяк. Я думаю, что нано сейчас может ходить как пугать. Он пойдет один там до базы противника, все будут думать, нет. В этот раз мы на это не поведемся. Просто очень трудно бороться с ОД и врейскингом. То есть тебе надо убить как-то врейскинга, законтролировать и не дать нанести дэмэдж ОД. Как это сделать? Никак.
Но тут, кстати, стоит отметить одно преимущество пика Clutch Gamers над предыдущей картой. Если в предыдущей карте у них был Ember Spirit, который своим прокастом, по идее, должен уничтожать противника в мидгейме. Ну, то есть там 30-е минуты, 25-е, когда ты с Волк Дискордом, траволами летаешь и всех наказываешь. У него эти артефакты появились очень поздно. А некоторые даже не появились, такие как Трвала. Здесь же ОД спокойно будет играть в лейте за счет арбов и дэмэджа выдавать огромное множество. У нас Рубика тут изничтожают. Ну, он выйти из стана не успевает, слишком много контроля сейчас на него укладывает. Да, на любого персонажа. Да, там все-таки грамотный вижен стоял. Они видели, где Рубик находится. Ну, и Рубик должен понимать, что не просто так на него прыгает. Ну и 13-11, 20-я минута. ОД на первом месте по деньгам. У него блинк, у него пика, у него мидас, еще и ДД он забирает. Дальше он будет покупать Шиву. Но он сейчас максимально разгоняется, вот что самое главное. При этом он очень много дэмэджа с ультимейта с боя выдает. Там. А, посмотри сейчас на повторе, как Бен несет дэмэдж только в одного кентавра. Ну, это очень плохой ультимейт. Вот если бы сейчас он прыгнул, может быть, было бы намного лучше. Ну, может быть, стоило как-то Магнуса вперед запускать, а после этого уже таймингового раскачавшегося сантинга. СК не прыгнул вперед, то они бы не соединились втроем. Они, по-моему, вроде разбегались больше от этого товарища. Но так или иначе, тут у нас подставился немного кентавр, но, знаете, 1700 здоровья, у него пайп, он дэмэджа этого магического прокаста не чувствует. Магнус Ривз полярити, что прыгать на кентавра, пока его скьюрем увозят под шрайн. Но он слишком плотный, его не убивают. И здесь же Ривз полярити идет в двух хотя бы, но хоть какое-то преимущество. Также ультимейт от Джиггернаута, никого не убили. А здесь у нас и Кристал Мейден выдает свой ультимейт, кстати, Бен, неплохой подкоп. Очень неплохой эпицентр, выдает два минуса, но все, потратили, у нас уже команда Юнити, смогут ли они убить в рейскинга. ОД выигрывает несколько секунд в Астрале, пока возвращается ВК. При этом шрайн-то уже использован. Нужно Джиггернауту дорезать минус. Джиггернаут стан залетает. Да, просто скрита. Эйминг разваливает одного. Сейчас будет убивать двухголового. Он говорит просто вот этими ударами за третью минуту, когда ты меня под Т1 убивал. Бен единственный, ну, пытается спастись. Его не должны отпускать. Сейчас ВК с блинком догонит его. Хотя у Бена также имеется блинк. Успевает он уйти, и вряд ли его здесь догонит, естественно. А Слардар стремится. Слардар, да неужто будет прыгать? Прыгает под Т3 и с двух тычек доберут его. Еще и достается Абингу у нас этот фраг. Да, да. Очень много денег сейчас ВК зарабатывает. 44 интеллекта ОД успел наворовать. Но походу это начало конца. 18-13. Я бы хотел взглянуть на графики. Набирали ли такое преимущество вообще у нас Clutch Gamers? Ну, 4000 набирали в целом. Да, да. То есть, рановато. Рановато. Ну, сейчас смотри, сейчас будет Рошан, сейчас будет Аегис. Эгида достанется, конечно же, для ОД. И как ты будешь убивать два раза ВК? Мы прекрасно понимаем, что вот пик ВГ Юнити, он располагает тем самым файтом, идеальным файтом, который может все перевернуть. Это Магнус, да, который врывается, дает ревиз полярити там под 3-4 персонажам. Дальше уже Сенкин, Джиггернаут под пауэром, и все хорошо у них. Но когда присутствует в пике Магнус, надо понимать, что одно неудачное действие, в пятером становитесь в РП, то сколько бы вы ни выиграли, 50 тысяч, 100 тысяч, там миллион, вы все равно поднимете. У нас, кстати, врывается вроде бы Абинг, пытается уйти Ахджит, а вот кто спасет Огра Мага? Никто не спасет, кто так же спасет? Как... Да тут уже каждый сам спасается, каждый сам за себя. Их снова пытается хоть немного сыграть там на тиммейтов, но Синкинга убивают станом ВК, и также их снова сам отправляется в таверну. Минус 3, это забранное Т2 на топе, и еще больше укрепляются рейдианты в своей позиции на этой карте. Я очень не знаю, что делать с ОД. ОД слишком много дэмэджа уже выдает на этих минутах. Просто грамотный пик. Видишь, у тебя 4 контроля плюс ОД. Все бегут вперед, за исключением, наверное, Crystal Madden, а ОД начинает доставать дэмэдж. Ну что ж, сейчас нужно перетягиваться на другие линии, и думаю, что Clutch Gamers стоит задуматься о боте, где стоит еще Т1 у противника, слишком это... Да, можно Аегис забрать, они же еще... С чего все началось? То, что Рошан убивали Clutch Gamers? И вот они туда и отправляются. Без каких-либо проблем для себя они заберут этот приятный бонус. Вопрос, кому отдадут они этот самый Эгис, ну, скорее всего. Так да, и да, есть. Ну, в рейскингу не надо, у него сейчас будет 18-й. Каждые 40 секунд у него будет готов ультимейт, а здесь две жизни ОД, у которого уже там шиво намечается. Учитывая, какие затяжные файты мы периодически наблюдаем, вполне возможно, там и по два раза будет успевать восстанавливаться из мёртвого. Это да, ну что, Clutch Gamers. Тут на самом деле дело времени, потому что у них все шансы на победу.
Ну, дерево талантов у ОД, в принципе, я сомневаюсь, что тут какие-то другие выбирают какую-то другую раскачку, разве что если уж сильно страдает по ХП, там, то берут ХП. Ну, опять же, здесь все с учетом нынешних позиций Clutch Gamers более чем грамотно и правильно. Вы усиляетесь. Но я думаю, что все-таки Clutch Gamers не стоит сейчас заигрываться в какой-то жесткий фарм. Им нужно идти сносить Т1, Т2, открывать доступ к шрайнам. Если у вас там тяжело получается заходом, убивать шрайн, только после этого там заканчивать игру. То есть нужно этим всем заниматься прямо сейчас, а не уходить 10 минут фарма в леса. Ну видишь, у них и в лейте все замечательно, так что можно и 10 минут вот фарма. Это очень сделать. Плохая фраза. У нас и в лейте все замечательно. Из-за этой фразы очень часто расслабляются команды. Только в итальянцы могут так играть, что у них там преимущество 20 тысяч на 30-й минуте, мы пойдем сделаем 40 тысяч, только потом выиграем. Многие, руководствуясь тем, что у нас через 15 минут все будет хорошо, закидывают игры после этого. То есть, если у вас есть преимущество на этой стадии, когда противник ничего вам сделать не в состоянии, потому что артефактов просто нет, почему бы этим не воспользоваться? Вот. Они вот пользуются, они сносят Т2. К ним пока претензий нет. Мы денег, кстати, поймали Магнуса. И Магнуса там должны убивать через колбу. Ну, БКБ это фаут. Вот. БКБ разбили. В любом случае плюсик есть небольшой. Ну, ему еще повезло, что у Смордара баш не замакшены, скажем так, не куплены. Точнее, замакшены, но не вкатил. Ну, ему Магнуса. Повезло, что Смордар не спидбрейкер, собственно. Это да. Это да, что у него всего лишь 25% было, 18, то, конечно же, баш вкатил. Ну, у нас тут, я смотрю, выбрал-то Магнуса золото в минуту. Ну да, это грамотный выбор. Ну, с учетом того, что у него и так все хорошо, опять же, он еще и больше бустится, еще больше артефактов будет иметь. Проблема в том, что файт провести хороший не получается. Clutch Gamers очень хорошую позиционку занимает. Они постоянно знают, что у противника есть ревиз полярити и стоят как можно дальше друг от друга. Тут ни Сен Кинг залететь не может, ни тот же Магнус. И приходится им просто отдавать вышку за вышкой. Золото, преимущество у команды Clutch Gamers растет. Артефактов все больше и больше. Они уже занимают там лидирующие позиции целиком и полностью по нетворсам. Мы видим, что Кристалмейд там гоняет огра магов два раза практически по золоту. Ворвались на Магнуса, и неужто успеет его убить до ревиз полярити? Да, его убивает. 85 секунд без байбека. Да, так дальше еще можно. Это минус линия, минимум. Они должны заходить на ХГ, дожидаясь там крипов. Подцепить огра мага просто с трех точек его уничтожает под арбами ОД. И также можно Бена убивать. Шрайн, но он тебя не спасет слишком много дэмэджа. Уже ОД делает и на базе. Просто на базе Clutch Gamers. Ну,